Завершение строительства проблемных объектов находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Планируемый срок завершения работ в корпусе номер 2 ЖК «Президентский» – конец марта. На данный момент объект отапливается, внешний контур закрыт, в доме продолжается отделка помещений и работы на внутренних инженерных сетях. После окончания строительства будут поданы документы на выдачу заключения о соответствии в областной главстройнадзор. Возобновление строительства ЖК «Высокий берег» планируется уже в этом году. Новым потенциальным застройщикам и страховой компании завершена процедура по восстановлению прав дольщиков в связи с банкротством. 26 участникам выплачена денежная компенсация. Срок обеспечения прав 7 дольщиков корпуса номер 3 ЖК «Центральный» будет определен наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства, за счет которого будут обеспечиваться права дольщиков. По каждому проблемному объекту создана рабочая группа. Ведется информирование жителей и диалог с участием областных ведомств и администрации муниципалитета. Осуществляется ежедневный контроль за работами на строительной площадке ЖК «Президентский». Анастасия Харченко, Алексей Устинов, Андреас Мускафидис. Новости Лыткарино.